Чувашии уже 15 лет работает региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». В него входят крупнейшие предприятия отрасли. Общественная организация помогает в реализации важных задач, стоящих перед машиностроителями, популяризует инженерные и рабочие профессии. 25 марта в ДК агрегатного завода прошла 4-я отчетно-выборная конференция организации. Делегаты от местных отделений заслушали отчет о работе за 5 лет, поставили новые задачи, избрали делегатов на 7-й съезд «Союз МАШ России», который пройдет 21 мая этого года в Москве. Машиностроение – ключевая отрасль экономики. В республике работают такие крупные предприятия, как концерн «Тракторные заводы», научно-производственный комплекс «Элара», Шумерлинский комбинат автофургонов, производственное объединение имени Чапаева и другие. Их представители входят в Союз машиностроителей. Стабильная работа заводов – это гарантия пополнения республиканского бюджета, рабочие места, достойный уровень жизни. Правительство республики активно работает с экспертами Союза при подготовке инвестпроектов. Одна из серьезных задач регионального отделения – ликвидировать дефицит рабочих кадров. Ее решают совместно с колледжами и вузами. Общественная организация сотрудничает с электромеханическим колледжем, государственным университетом. Машиностроители активно участвуют в чемпионате рабочих профессий WorldSkills. Сейчас еще хотим сделать посильнее уклон на работу со школьниками старших классов, для того, чтобы все-таки дети осознанно шли и поступали в учебные заведения, и получали инженерные, рабочие профессии и так далее. Я думаю, что вот ближайший год-два – это одна из таких задач будет глобальных, которая даст определенный результат, но через некоторое время. Дорожная карта работы регионального отделения расписана на годы вперед. Многие предприятия стали участниками федеральной программы промышленного туризма. Так что девиз Союза машиностроителей – объединяем тех, кто создает будущее, актуален как никогда. Ульяна Пятакова, Георгий Кривошеин, Республика.